Уважаемые, сегодня я представляю вам свою печь. Она 2007 года постройки. Внешний вид, конечно, оставляет желать лучшего, потому как кирпича в то время не было. Строили из того, что было. И вот с тех пор я ее топлю два раза в неделю, среда, суббота, до температуры 140 градусов. Вот. Кроме того, мы сегодня будем готовить мясо. Это говядина. И идем по рынку. Вот. Приспособление, где будет готовиться мясо. К утру оно будет готово. Вот. В бане мы имеем ниша с камнями. Здесь относительно немного, в пределах 350 килограмм. Печь, конечно, морально давно устарела, но физически еще очень даже бодрая. Периодически меняю потолок, потому как он просто рассыхается, пролазит пыль. Скоро будем менять. Термометр тоже периодически приходится менять. Вот. Затапливаю баню в 3 часа дня. В 5 часов температура уже 100-110 градусов. Первая идет у нас бабушка. Бабушке 88 лет, бабушке хватает. После бабушки иду я. Здесь уже 120-130 градусов. Для первого захода вполне предостаточно. Пока отдыхаю, здесь уже прекрасные 140 градусов. Вот как бы так. Обращайтесь. До скорых встреч.